Инвалидность – не повод запирать ребенка в четырех стенах. Он должен развиваться, как и все дети, общаться со сверстниками, получать жизненный опыт, познавать мир. В Курской области продолжается педагогический марафон к 120-летию родоначальника отечественной дефектологии Льва Выгодского. 16 ноября семьи, воспитывающие ребят с ослабленным здоровьем, встретились на областном родительском собрании. Они точно знают, что особенными детей делает не диагноз, а социальная изоляция. Дефектолог и по совместительству мама одного из своих учеников Наталья Малова уверена, синдром Дауна не приговор. Скорее повод уделить своему ребенку еще больше внимания. И результат не заставит себя ждать. Ее сыну 11, он успешно учится в общеобразовательной школе. Слово надо было подобрать по содержанию текста, пропущенное. И вот они мне задают этот вопрос и не могут. То есть после снегопада деревья стоят в... Пропущено слово о шапках. Каких же шапках? Вот у них такое недоумение, а этот ребенок зашел и сказал, да в снежных шапках. Тема встречи – интересы семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование только входит в нашу жизнь. Чтобы всем было комфортно, важно наладить диалог между родителями, педагогами и органами власти.